Ну, говно, 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 и спил, все, и нету, друга, просрал, и все, го, иди нахуй, я не такой, не проси даже Гена, иди нахуй, не буду, ничего не рассказать, пошел в пень, суслик, паршивый, блохастый. Я ничего не... Рассказывай! Чё рассказывать? Ты алкаш? Я не алкаш! Алкаш! Нет! Ты спился! Я не спил! Это правильно? Друга украли, это конечно! Правильно? Друг! Лучший был! Да чё ты меня толкаешь? Ты пьяница, смотри! Ты курица! Ну, смотри сюда! Что? Плохо! Плохо! Что? Это хорошо, моя любимая! Да слышь, я не пьян, так что? Так, где Геннадий тут? О, где Геннадий? Покажи. Фиолетовый. Так, следим за ним, чтобы больше вообще ни капли в рот. Ясно, мне надо на учебу валить уже. Вали. Алкашня. Плохо. Дай хоть меня бы, лучше другое. Геннадий, следим. Хороший мужик. Сваливай, проваливай. Так, да что? Наконец-то свалила этот. Вот самое. Я не алкаш! И никогда им не был! Когда? В смысле алкаш? Когда? В каком? Где? Не было такого, я. Батина настоечка, хорошая вещь. Да что меня все бьют в этой жизни? Да не алкаш я! Ну расскажите вашу проблему. Да друга стыбзили, друга украли, я не знаю сколько, дня 3-4 Костю в предыдущей серии. Предыдущей, если кто-то не видел предыдущую серию, посмотри, тогда нажми на эту подсказочку, ядрёчечкина в сраку, это самое. Костю похитили. Костю взяли и похитили, просто у меня на глазах перед рестораном. Взяли и похитили, приехали, короче, два Гелендвагена. Пью вот это самое, калашами воздух постреляли. Я смотрю, они Костю в одну из тачек затащили, уехали. Мы с мелким побежали. Я не забежали к мусорам этим паршивым. Мусора паршивые, не мелкие здесь бутылки. Мусора паршивые ничего не сделали. Сказали то, что в обезьянник нас посадят. А за что? Если мы законопослушные гражданины. Гражданины. Нины. Мы нины. И жизнь вся пошла по одному месту. Сказал бы, по какому, но дети смотрят, прям скажу, по звезде. Звезда, по звезде место пошло. Ёп, чуть не подавился. Ну, это нормальное явление, оплатить 1000 рублей, мы вас излечим. В смысле, нормальное явление? Нормальное явление то, что... Моего друга посередине меня похитили, тогда в каком городе вы видели, чтобы это было нормальное явление? Да у меня нет 1000 рублей, у меня 500 идет. 500 забирайте и лечите меня. Кодируйте, я не знаю. Я сам как бы не хочу бухать. Нормальное явление того, что вы спились. Ну естественно, а это не понимают. Друга-то лучшего моего похитили, а батина настойка всегда батина настойка. Лучшие аспиринки голову лечат просто на ура. А теперь рассказывайте вашу проблему. Ты дурак? Я минут 5 уже сейчас распинаюсь, тебе рассказываю, в чем проблема. Друга моего похитили, ты вот это укурыш или кто, я не знаю. Гена, это может вы здесь пьете? Я не понимаю. Друга похитили, Костю похитили, Костю! А вот я и спился, батина настоечка 74 градуса, ля! Давайте меня бить! Вы не заплатили, сейчас вы заплатили, рассказывайте заново. Да пошел ты в задницу! Что? Что? Я больше никогда ваших в этих куб дебильных алкашей не приду никогда в жизни. Вот сами здесь и лечитесь, сами нет, говорите. Нет, буху. Бухать плохо. Бухать, Ножик убрал, ножик убрал. Ты не понял? У тебя ножик, а у меня калаш. Кто кого порешает? Может я тебе что-то отстрелю? Мелкий, целься в этого дебила. Сел, он сел быстро на место. У тебя патронов нет. Кто тебе сказал, что у меня патронов нет, а?
Вот там и сиди себе, и ножик свой засунь, знаешь, куда себе? Вот ты бы... Да, мел, давай, шишку ему набей, придурки! Сейчас все лампочки повыкручиваю, продам их, чертовой бабушке, вот все! Вот, вот, надо вам, надо! Вот, надо! На, вот, вот! Это холостые патроны, они очнутся. Я надеюсь, по крайней мере, я не... Валим отсюда, мелкий, пока нас просто в тюрягу не посадили. У меня еще 8 патронов осталось. Я пойду в полицию, напишу на вас жалобу. Лежать, я сказал. Лежать. Вот, лежать. А ты вообще с балкона давай прыгай. Ты с балкона прыгай давай. Где дебил? А, он вот спрыгнул. Я пошутил. Я пошутил, ты что с балкона прыгнул, еще и убился. Прикинь, какое у меня сильное слово. Я сказал, чтобы он с балкона прыгнул, он спрыгнул. Ты тоже прыгай, мелкий. Нет, не хочешь. Ну, мы дебилы, мы дебилы. Ладно. Ладно, все, все, все. Эхо, все. Все. Эх, все, мелкий, нам нужно идти. Да они очнутся, не переживай, это холостые патроны. Наверное. Ну я не в голову стрелял, а в пятку, они очнутся, все, Гена тоже нормально, все очнется, в следующей серии все будет зашибись. Короче, идем в ментуру, я рассказываю все подробно, мы с ментами составляем фоторобот составляем, и ищем, расклеиваем по всему городу, Костя пропал, Костянчика нет, Костя пропал, здорово, мусора поганые, здорово, чтоб вас черт... Здорово! Добрый день, здравствуйте, если мелкий садись, давай, здравствуйте. Здорово. А что один мусор, что второй, неважно, оба воняете. Помогите. Друга. Братана. Похитили, мелкий. Пишите свою проблему, будем составлять протокол. Не протокол, а фоторобот, давайте составляем. В общем, я заявляю о пропаже. Друга похитили среди белого дня. Два гелендвагена приехали без номеров, зеленого цвета. Приехали два гелендвагена калашами, вот так взяли, прикиньте, калаш в руку и так пиу-пиу-пиу в воздух постреляли, друга стараторили. Все, больше ничего не знаю. Фамилия. Перец. Перец, моя фамилия, Перец. Имя. Эдуард меня зовут. Эдичка, мама Эдик вообще называет. Отчество. Янович. Яна, Эдуард, Перец Эдуард Янович. Составляйте протокол. Когда последний раз видели своего друга? Когда, мел? Три дня назад перед своим рестораном. Вот когда пришли вот эти дебилы на гелендвагенах, вот тогда, три дня назад было, мелкий. Три дня назад, да, вот последний раз я тогда видел, больше не видел, только три дня назад видел. Вот это был прям последний еще раз. Вот больше я не знаю, а может его уже нет в живых, а может они его уже зарезали, а может это вообще, я не знаю, закопали где-то в лесу заживо. Все может быть. Вы запомнили, как выглядели преступники? Да-да, в масках. В масках они выглядели. Я показал в каких, но у меня таких больше не, у меня нет. В масках были они в масках. Где моя балаклава? Мы попытаемся его найти. Ну вы уж постарайтесь, пожалуйста, попытайтесь его найти. Лучше мой друг как-никак все, вот да. Найдите. Рост, вес, телосложение, цвет волос. Мой или того, кого мы ищем, или бандита? Чей? Ой. Я случайно. Бандитов. Ты ж дурак. Так мы же не бандитов ищем, придурыш. А Костю. Может, Костю мне лучше описать? Зачем мне рост телосложения бандитов? Мы не бандитов ищем, мы Костю ищем. Я пропал Костя. А, ну вот, того, кого... Вот, дебил какой-то говорит, чтобы я бандитов описал. Описал бандитов. Вот. А бандитов-то я описываю, а вот, да, Костю я пишу. Короче, рост, какой у Кости рост? Ну, примерно такой же, как у меня, там, 177 сантиметров. Вот, вес... Ну, жрет как не в себя, вот, да, такой бык настоящий, здоровый как бык, вот жрет, я не знаю, килограмм 69, не, 79, под 80, короче, где-то килограмм. Цвет волос такой же, как у мелкого, голубой, синий, фиолетово-синий.
Они с ним сын, братья, отец, не? Они очень похожи. Короче, вот знаете, что делаете? Смотрите на мелкого! Вот Костя точно такой! Вот прям точно такой, только чуть побольше и повыше, и пожирнее, вот. А так, в принципе, так черты лица вот точно же такие. Вот, прям, и вот, а вылитое лицо, вот, вы составляйте фоторобот свой, да, вот это. Ага. Номера машины запомнили? Да я же сказал, не было номеров машин. Не было номеров машин. Ну мы сами можем здесь кудыхтать, кухтарахтать, вот это, я не знаю, да Гелендваген, я же сказал, зеленый, да вы что с первого раза не понимаете, дебилы? Это все! Мы с вами еще недостаточно информации, да в смысле недостаточно информации, да я вам уже все рассказал, что здесь было, в смысле вы свинтусы коррупционерские! Да в смысле мы дело отложим? Куда вы дело отложите? Вы дебилы? Костю 3 дня назад похитили, Костю нужно спасать! Как куда вы дело отложите? Вот нужно браться за дело! Беремся за дело и спасаем Костю в эту же секунду! Да, я так соплюсь просто к чертовой бабушке зайти, что вы, да! У нас другие дела сейчас, более нужные. Разрешите поинтересоваться, какие? Обед? А что? Через 5 месяцев мы вам позвоним. Мелкий, через 5 месяцев они найдут Костю. Через пять месяцев, понимаешь? Через 5 месяцев. Да вы мне, конечно, через 5 месяцев сможете позвонить? Но я завтра керосина найду! Керосина, заправку найду! Приду сюда, к вам, и подожгу этот полицейский участок! Чёртовой бабушке просто! Да вы извините, конечно, за излишнюю эмоциональность. Прости, пожалуйста, то, что я ору, а не свиньи. Вы чё? Вы слышь, ты тушканчик блохастый! Да в смысле... Еще раз мелкого выстрелишь, я в лоб тебе выстрелю. Беритесь за дело! Бери за дело! Да хватит! Ладно! Да ты хватит стрелять, дебилы! Ты какие через 5 месяцев? Ты вообще бесполезный, просто придурки! Да хватит стрелять уже, идите! Хватит! Все, отстаньте, все, на колени стал, ничего не делал, все, я больше не надо. Все, я понял. Я не знаю, конечно, как вас земля носит. Вы еще те укурыши просто 2. Я не полицейский, а просто... Да хватит, я сказал, все. Мелкий на колени быстро встал. Все, прошу прощения, больше такого не повторится. Еще раз такое повторится, за словами следите. Да, ничего не повторится. Все, уходите. Не надо никакой обезьяник, уходите. Мелкий, тащи. Найдем, короче, керосин. Керосин завтра найдем. Или керосин, или можно парочку РПГшек, С4, парочку гранат. Мне кажется, коктейль Молотова, в принципе, тоже пригодится. Вот мы эту шарашкину контору к чертовой бабушке подожжем. Да. Мелкий, ты обосрался? А что это такое? Да подожди, я ничего... Да бетыля, посмотри, сколько нового всего в городе появилось! Чё это такое? Пятерочка. Неужели пятерочка в городе появилась? Так, ладно, хорошо. Мэр, бомжара тоже, как я вижу, не сидит на месте. Он все же что-то делает. Ладно, в пятерочку мы чуть позже забежим. Вот завтра или послезавтра. Мелкий, ты это видишь? Это следы от шин. Это следы от шин. Куда эти шины вид... Мы нашли зацепку! Раз, два, три, так, подожди. Ты смотри, куда... Подожди. Мост появился. Не, ну бомжара, конечно, красавчик! Бомжара, ты красавчик! Он пятерочку построил! Он дорогу построил! Он мост построил! Вот там дальше дорогу построил! Ля! С начала сезона не было дороги к этому второму городу, там, где вот это бородаки мои живут, и вот это все не было! А сейчас появилось, прикинь! Так, хорошо. Следы от машины, следы от колес, следы от шин. И они ведут куда-то сюда в лес. Мелкий, мне кажется, или это реально... Это они. Это они. Они же сюда рванули. Мы за ними просто уследить не смогли. Они же в предыдущей серии именно вот сюда погнали. Смотри, вот здесь вообще 2 колеса. Только я не понимаю, почему так много следов. Неужели они или шину прокололи, или их заносить здесь очень сильно начало. Еще следы. Давай. Еще следы. Еще. Ты смотри, куда эта дорога ведет.
Так. Лужа масла. Следы от колес. Разбитое стекло. Мелкий, ты видишь это? Уйди, уйди, ноги сейчас порежешь. Уйди оттуда, дебил. Разбитое стекло здесь, разбитое стекло здесь. Разбитое стекло здесь. И колеса валяются. Здесь колесо валяется, здесь колесо валяется. И на дереве даже колесо валяется. Три колеса. Подожди, они в аварию, что ли? Мелкий, они если они в аварию попали, значит, может, Костя даже сейчас не жив. Они... Слушай, они в аварию попали, что ли? Подожди. Раз, два, три колеса, колеса нет, здесь... Мелкий, иди сюда. Здесь сигара какая-то валяется. Такие си... Да одна такая сигара! Я не знаю, сколько она стоит, она баксов 200 стоит! Да я в жизни себе никогда такую сигару, да хватит меня пинать! Она в жизни никогда такую сигару себе не смогу позволить! А кто здесь курит-то такие дорогие сигары, что оставляет их на месте преступления? Да чё ты прыгаешь-то там, а? Так они хотели улики замять! Они хотели спрятать улики! То есть, или нет? Или подожди, они приехали на двух машинах! На двух машинах! Одна машина почему-то она на дереве! Они, походу, здесь в аварию попали. Одна машина на дереве, а вторая машина, ну, кирдык второй машине, как вы видите. Мелкий, подсади, подсади, я сейчас запрыгну в эту машину, посмотрю, что там внутри. Подсади, подсади, да! Там, еще раз, подсади! Так, подожди, что здесь? Машина не едет. Может, в бардачке что-то есть? Прикинь, двигатель работает еще. И заглох. Ага, ладно, в бардачке. Балаклава? Чай? И заказ. Балаклава, чай и заказ. Мелкий, лови меня. Иди сюда. Лови. Не раздавил? Так, подожди, балаклава. Мелкий, смотри, что здесь было. В машине была балаклава. Ну это 100% вот этих бандюганов, они же в балаклаве всегда были. Балаклава, чай. Чай в машине? Мелкий, записывай это все, пожалуйста, у нас есть зацепки. Кто-то с кем-то здесь встретился и выкинул нереально дорогую сигарету. Сигару. Эта сигара стоит 200 рублей. И в машине я нашел чай. Кто у нас любит чай? Я не знаю, кто любит чай. Кто любит чай? Есть какие-то предположения у тебя? Я не знаю. И заказ, подожди, здесь заказ. Заказ на Костянчика 100%. Подожди, заказ. Имя Костянчик. Ты реально прикинь, на Костянчика просто заказ кто-то сделал. Имя Костянчик, заказ. Похитить без свидетелей. Ну, вряд ли у них получилось, если сейчас свидетели это весь город. Я в первую очередь свидетелей. Стоимость 500 баксов. Фу! За Костянчика 500 баксов заплатили! Всего-навсего! Я думал, жизнь Костянчика намного больше стоит, чем 500 баксов. Дальше. Доставить в особняк. Стоимость 500 баксов. Срок на выполнение 2 дня. Для финальной цели шантаж. Заказчик ЛЛЛ. Три буквы Л. Мелкий. Ты понимаешь, что мы сейчас уже наконец-то сможем... Вот сейчас у нас достаточно информации, мы прямо сейчас пойдем в полицию, в милицию. К этим свиньям продолженным, я имею в виду. Так, давай составим список нужно составить. Кто? Тот заказчик. Заказчик курит просто дорогие сигары. А возможно это менеджер? Хотя нет. Если заказчик три буквы Л, то есть вот этот чувак, у которого три буквы Л, он нанял бандитов для того, чтобы они похитили... вот этот Костянчика. Заказчик три буквы Л. Он курит дорогие сигареты. Он любит чай. Прям обожает чай. За три буквы Л. Он заплатил 500 баксов для того, чтобы похитить Костечку. Костечку доставили в особняк, прикинь. То есть у него есть особняк. Это реально богатый человек. Для финальной цели шантаж. Шантаж. Они, походу, нас собираются шантажировать с помощью Коси. Знаешь, там будут по пальцу присылать по почте Коси, но для того, чтобы там, я не знаю, чем он собирается нас шантажировать там, чтобы я бабки ему заплатил. Я честно не знаю.
То менеджер, то какие-то три буквы L. Разбитая машина, авария, Костю похитили. Но нужно найти Костю. И что самое главное, как бы пятерочка в городе открылась. Я наконец-то сейчас уже смогу покупать продукты и наконец-то уже смогу открыть свой ресторан. Да, потому что он уже давным-давно закрытый. Поставь лайк, набираем 15 тысяч лайков прямо сейчас. Я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия жизни ютубера. А нам с Мелким нужно прямо сейчас подумать, что же случилось. Отправь этот ролик всем своим друзьям, я тебя прошу. Вот прям каждому отправь этот ролик. Вот ВКонтакте отправь, репост сделай этого ролика. Пожалуйста, прошу тебя для того, чтобы мы нашли Костю как можно скорее. Нужно развесить объявление как можно в большее количество мест. Прощаемся, Мелкий. Всем удачи и всем пока. Да хватит меня пинать, да я просто допил, вот чтобы оно там не забродило. А там же больше ничего нет. Все, всем пока. Мы в говне, да, в говне, да. Попали мы, Мелкий.